Не просто водители, а настоящие рыцари. Кони, правда, тяжелые и железные, но при этом маневренные. Бульдозеры, самосвалы и экскаваторы. Сергей – профессиональный машинист погрузчика. Проехать полосу препятствий на таком устройстве для него задача несложная. В прошлом году мужчина стал победителем конкурса в своей номинации. В подарок получил коня полегче – спортивный велосипед. Но на двухколесном катаются теперь дети. Отцу и своего погрузчика хватает. На нем он снова и приехал за победой. Мне, что нравится, что конкурс проходит творчески. Например, никто больше загрузит или разгрузит, а досточки, мячики, то есть это мы не занимаемся этим на работе, что творческие конкурсы. И хорошо, что на настоящей работе не до досточек и мячиков, добавляет Сергей. Иначе заделывать дыры в городских дорогах будет некому. Но шутки шутками, а конкурс – отличная возможность отточить профессиональное мастерство. Ведь где еще можно на скорости ездить на самосвалах, преодолевать полосу препятствий на бульдозере и даже маленькую каску закидывать в бочку огромной лапой экскаватора? Тренировались, посмотрели, получились друг у друга. У меня сложность была с мячом. Короче, не футболист, не мог закинуть. Судействовать участников собрались профи. Игорь уже в 17-й раз оценивает коллег. Смотрит за умением владеть ходовой частью, управлением отвала и за ездой змейкой. 93 секунды – пока лучший показатель, добавляет судья. В этом году бульдозеры новые практически, с джойстиками, управление другое. Но меня удивило, много хороших бульдозеристов, хорошо проехали прямо. Мало вешек сбили и по скорости хорошо показывают. На вопрос, не появится ли больше ям на дорогах, пока все работники оттачивают навыки на конкурсе, отвечает. Все претензии идут к асфальтобетону, то есть к покрытию. Думаю, от мастерства бульдозеристов ям не бывает. И чтобы мастерство работников оставалось на высшем уровне, поощряют ценными призами. Каждое предприятие получит, наверное, с десяток единиц различной техники. Это грейдеры, самосвалы. Это тракторы. Эта техника направлена как для на строительство автомобильных дорог, так и на обслуживание дорог в летнее и зимнее, особенно время. Победителями 18-го конкурса стали участники 8 номинаций. Среди них и один из наших героев. Андрей занял второе место в категории машинист-погрузчика. Он уверяет, городские дороги под надежными колесами, а точнее в надежных руках рабочих. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.